В Акимате Астаны сегодня тьма директоров столичных школ. Педагогам здесь толкуют суть послания президента. Выступает руководитель пропагандистской группы по разъяснению, министр финансов Булат Джамишев. И вот из всех этих показателей, из всей этой работы, собственно, и складывалось все то, что обеспечило повышение нашей страны в рейтинге конкурентоспособность. Конкурентоспособность – это способность государства быть конкурентным на международном рынке. Срок годности послания истекает всего через несколько месяцев. Вопросов по программному документу к министру нет. Тут даже никто напрямую не поинтересуется, почему, например, бюджетные расходы на образование в будущем году сократят на 33 миллиарда тенге. Педагоги крепко помнят про генеральную линию. Как подрастающее поколение, дети воспринимают послание главы государства? Принимают, я думаю, хорошо, потому что вот все уже дети в этом вопросе они развиты. И принимает хорошо, можно сказать. Они согласны с президентом, да? Конечно. Эту линию мы проводим, объясняем, разъясняем. Глава столичных социал-демократов Аскат Рахимжанов недоумевает. Конец года, а народу то ли никак не могут донести послание Ельбасы, то ли боятся недоосвоить выделенный бюджет. По мнению Асхата, спичрайтерам лидера нации следовало бы написать не только о грядущем всеобщем изобилии. У нас есть такой феномен, как политические заключенные, прессинг на средства массовой информации. Правда, эти слова Асхата сегодня скорее больше похожи на послание народа Казахстана, гаранту конституционных прав и свобод. Наши границы, политическая система, экономическая модель больше не являются предметом серьезных разногласий и дискуссий ни внутри страны, ни за ее пределами. Я поздравляю всех нас с этим великим успехом и победой.